Почему так важен Севастополь? Его бухты самые удобные для стоянки военных кораблей на всем Черноморском побережье. А положение на полуострове позволяет контролировать всю акваторию Черного моря. Стратегическую ценность Ахтиарской бухты понял еще Суворов и возвел здесь земляные укрепления. Основал порт и начал строить город контр-адмирал Фома Маккензи, а продолжили адмиралы Ушаков и Лазарев. В 1827 году начались раскопки древнего Херсонеса. Летописи говорят, что здесь в 988 году принял крещение князь Владимир. В переводе с греческого «Севастополь» значит «высокочтимый город». Его имя стало синонимом героизма и мужества. 11 месяцев продолжалась оборона Севастополя в годы Крымской войны. 8 месяцев сражались защитники города с немецко-фашистскими захватчиками. Севастополь – город-герой и база Черноморского флота России.